Смотрите, Везакса можно убить, но насчет йога я скажу так. Его тоже можно убить, но там вся фишка будет в чем. Там, во-первых, надо будет всех четырех запускать хранителей, ну то есть зимой, это понятно. Там какая-то опасность есть, я вот не знаю, как в десятке. Там, короче, есть стражи вот на последней фазе, которые появляются. Они вроде как бессмертные. Но когда до 1% хп их доводишь, их добивает Торим, которого в помощь себе берешь. Вот. Будем пробовать играть. Но там нужно будет конкретно вот на этих стражах стоит танк. Два милика их заливает, и причем максимально быстро. Даже, наверное, придется помогать РДДшникам. А на босса там ДПС должно хватить. Хотя будем смотреть. Всех этих хранителей убить. Всех, ну да. Торим простой. Так, я быстро отойду, пока трэш. Кстати, собрание убивали в одного танка мы. Надо попробовать. Тагариус у нас мощный одет. Может, попробуем. Я тут. Ну вот вам в одного танка, конечно, и в два хила мы были. Где кого? Собрание. В принципе, нормально, попробуем сейчас. Диспелит он сам себя, три хила его хилят, все нормально. Первого большого заливаем. И то мы хм делали одного. Если мы большого зальем, вообще легко будет. Короче, в одного танка сейчас пойдем. Так, рыба надо там кому-то? Так, ставлю рыбу, короче, на всякий случай. Ешьте. Значит, первый большой, потом средний, потом мелкий. Тут особенности какие? Первого сольем проще станет, потом среднего пока бьем, после каста синей лужи, когда большой сдохнет, сразу будет зеленую кастовать, там набрать рейндж. На косте, на бегу прям щитуешь рейд. Всего два милика, один танк, остальные РДД, я думаю, не должны сдохнуть. СС, давай на мини купера СС, если обновился. Две минуты, ну, это в бою дашь там, или не давай пока. Давай, принимай готовность. Так, значит, по отчету, смотрите, во-первых, давайте еще вам объясню. Сейчас один танк, и набираешь агро, значит, печать повиновения сразу ставь. И этот, набираешь агро, получается, лужу дашь там, пару тычек, секунд 10, короче, не бьем. Вот, и набираешь через сталелома. И потом через сталелома начнем играть.
Вот, и имей в виду, когда руна будет кастоваться, она будет у тебя под ногами. Все три босса с тобой типа стоят. Надо будет отводить. А на миликов пофиг, просто отводишь. Просто будем бить без руны, потому что три моба ты, ну, не получится в одного завести. Просто отводишь метров на 20 и все. 15-20. Так, все готовы, даю отчет. Не играем сейчас, даем Дагариусу время. Прям тащи секунд 10-15. Просто смотрим. Забери мобов. Вот. Не бейте пока. Ждем. Хилю. Давай лужу. Все, давайте. Этот удар с себя диспелишь. И хилим его. Диспель-диспелься. Или кто? Это диспелься. Я Веди, веди. Все, пошли, начали бить. Настя, ты должна хилить. Диспелишь ты, Тагариус, эту парашу. Себя. Видишь, кастует, уже кнопку диспела спамишь. Все, да, там уже пол хп у него нету, блядь. Сейчас он сдохнет, этот петух. Сейчас он еще синюю кастанет. Потом выводи. Так, энергетически сейчас его хорошенько прохильте. Усиленный удар по нему пойдет сейчас. Так. Короче, мини-куперу сразу сдам, Инер. Выводи. И в среднего переключаемся, играем в среднего и ждем зеленую херню. Стоим на ренже хорошенько. Досягаемости хилов. Туда, кстати, в лужу. Пока что можно встать. И скоро уже синюю кастанет еще одну, и зеленая появится. Так, сейчас будет синяя. Вихрь, сбивайте каст. Дискон? Я подвис. Я сдохла. Хер знает, короче, картинка встала. Ну, я вижу, как ты на месте бегаешь. Ты погоди. Погарился хильки, бармалей. Может, меня кто-то... А, да, тут у кого... Может быть... Не взлагал серьезно. На фильме больше на физике. Ну давайте вы поните, сейчас я перезагружу тогда, блять, клиент. Закрыть программу. Сова встала в лужу, из-за этого сдохла. Чего вы там фотоете меня? Ты видел соус с динамитом? Не, что там динамит был? Да, что-то Я произошло. не знаю, фотка друга Солы. Он с динамитом был. Вот они убивают. Так вы сдохли там, нет? Убивают, короче. А, вы убиваете? Вы убиваете. Не, ну может не убивает, но типа остался самый маленький. Я снаружи инста. Так, смотрим, кто тут падает на меня. От слова ничего не падает здесь. Хотя.
Можно было бы пояс, но он кольчужный. Или сапоги на ретрика. Отбегаем, отбегаем, Сокрус, дай, Дагар. Там Бабл, там, не знаю, Купер, живи. А чё базука там 14 тысяч? Сейчас. Чё, он бьёт? Бьёт. Или мне кажется. Всё, идите, бейте. Скажешь, как убьёте. Ну, они лям оставили сейчас. Каст. Ну что там, зуботычина не работает или у меня глаза на лоб лезут? Глаза на лоб лезут. Все, убили, вот, заходи. Рискните меня, пожалуйста. А тут смотрю, как раз на тебя упала. Что там упало, кстати? Ой, блин. Сейчас. Классные штуки. Бежим на Калагарн. Ну вон как раз этот кинжал мини-куперу. Ну да, офигенный такой. 487 СПД. У него одна палка сейчас дает. 461 СПД. Покажите этот, что ему. Сейчас он встанет, он там занят своими делами. Какими-то там делами там занят. Не знаю, чем Калагарн внизу занимается. Так, получается, рыбу для Насти и для Войда, да, только? Ага. Параша упала. Ну, кинжал мини-куперу и тапки с хостой, без дырки. А я смогу его носить? Нет, а, кинжал, да, ты... А, стой, ты кинжал не можешь, или мечи не можешь носить. Там может кинжал носить, он надо выучить просто. Может кинжал носить, не может, вроде бы этот. Мечи не может. Мечи не может. Да-да-да. Где там базука? Ну, тактика в тело играть. Тактику знаете, если тело играть. В правую руку он берет людей. Надо будет 100 тысяч дамага нанести. Переключаться всем миликам, РГД, Настя. Да-да, тут диск скидывала, где кого да изучить. Гард, ты по себе чит кидай, паразит. Кстати, Купер, если в миле стоять, то тебя там... А, ты не стоишь. Сам может прилететь. Беги. Беги, малышка, беги. У меня аддон по-другому кричал будет. В руку прием. Тело.
Что-то много руку убили. Это не я же так звездопадом набил. Наверное, не ты. А что, нельзя будет сыграть, типа... В руку. Лагарн, можно выиграть? Давайте Геру. Этот звездочку бьем. Короче, смотрите, хп у руки мало, я не знаю, что делать. Но я как бы знаю. Смотрите, милики, если рука умрет, вы сразу отходите оттуда. Авентор с паном. И Тагариус набираешь огромно маленьких. И прожимочку тоже отдавать. Ну, дашь после того, как. Отошли, милики, отошли, милики. Ушли все. Мелких собирай с рейда. К себе под туловище туда. Набирай агрон на них. И даем фул АОЕ туда. Я вихрем откину потом. Все, АОЕшим, АОЕшим. И все, и в тело. Сколько там у него? А, вторую руку просто добиваем. Вот эту. И потом у босса останется там 50 тысяч хп. Вторую руку добивайте. Все. Страшно было. Осколок упади. Не упадет. Откуда ты знаешь? Ну ладно. Вот кольцо. Это какой-то баг был. Меткость. Баг очень левый. Меткость дух. Это на что? Кому вот эта меткость дух надо? На фаера, может быть. Фаера ему надо. Базуки отдавай. Не куперу закинул там. Так, а это что? Ну, там... Там этот вас пишет. Вазу, значит, дашь. Ваз, ты что напишешь? Подлый трус. Этот мини-купер, кольцо в вазу дашь вот этому локу. Дяши пока нету. Значит, где там? Босс пока идет, подожди, пока не пульте. Настя, иди сюда, блядь, сдохнем сейчас здесь. Что, пуху никто не берет? Ты на этого кота не берешь пуху? Да, взял пуху. Ну, в смысле, она у меня лежит. А-а-а. Она красивая такая. Все, Тагариус, Агри, сюда за угол зашли, чтобы на нас в сову встаньте. Агри этих двух петухов поднимай сюда прям и отворачивай к синему куполу. Ну, осилим, если все бафы словят. Не сдохнет никто. Я же говорю, встаньте в сову, что непонятного. Убить одновременно надо, можешь подальше их отвести туда вот. А то еще босс пойдет сагриться. Там ульду собирают, вот. Кто? 25 пуги. Может, это гильдрейд. Не собирается ли? Чё я с пугами не сидел, блядь? Мне раньше магом было каефно с пугами ходить. Там, такой ДПС удавало. Там, конечно, каефно всё, но я не знаю. Это надо рассчитывать, чтобы время было. А то у меня... Как только что не нравится, в рейде с пугами охота ливнуть там,
похуй, все. Так если у тебя там ДПС вообще бешеный, тебя там, знаешь, боготворят. Да, это понятно, дело-то не в том. Какой ДПС? Нет одного же ДПС, все зависит. Так, это жрем ману, резаем. Сейчас подойдет босс. Она уже на полпути. Резайтесь. И спускаемся вниз. И или вообще идем дальше вот тут за. А, не, нам же не надо. Тогда здесь ждем босса, вот здесь. Спула, значит, агриш этих двух дураков на себя. Поставлю первого кота, которого будем сливать. Вот звездочку давайте. Через него играемся, чтобы он прям отвалился. По баффер бафните МП5. Защитовывай эти рейд. Обновляйте бафы. Защитовывай уже рейд. И готовься, мини-купер. Если что, на себя зубы ебани. Это, Настя, щиток кинь там на мини-купер. На мини-купера играй щитком. Я это ему боб кину. Все, поехали. Так, ну Гера КД и так убьется. Просто разрываем звезду и все. Ты не стой в стороне, да, стой с нами под ногами, прям в кучу стой. Стоишь будет... в сове. Стоишь в сове, мини-купер. Тут просто мобы наскакивают на тех, кто дальше всех стоит. Тапнет тебя, упадешь. Так, страх, авент разбиваешь каст. Авент разбиваешь каст? Сбиваешь все косты. Последний раз. Я где? Потратил. Не проебывать эту хуйню. Берсерк на себя повешай, сбить каст. Твоя основная задача. Раздели, пожалуйста, шаманов по группам, может, тотем ставим. О, уже не смогу. Там авентер каст собьет, это самое главное. Уже не смогу рейд открыть. Меня за это. Как он называется? В кошку повернулись, стан. Стан. Да, ассист, я сделал. А, я же говорю, я не могу открыть рейд. Не знаю, как вы открываете, но я не могу открыть. Выбери его таргет, нажми на его имя. Ну, да типа... не, лучше давайте кошку бить. Тут и так все убьется. Авентер, я разберсерка на ужасающем виски. И сбив коста, вот и все. Мини-купер, ты нас диспель. Поднимаемся наверх. Под ультразвук, под мордой уже должны все быть. Тут главное, чтобы этот каз был сбит, потому что он приводит к вайпу. Все остальное не важно. Это уешится ретриковской лужи. Дикий защитник в луже лежит, труп, он встанет. Тагариус, посмотри, вот он встал, хп у него появится, выбирай его в цель и стан, и фулл ДПС по нему. После фера сбегаемся под ноги босса. Сейчас стану формула. ДПС, конечно, у этого нету, у дикого. Не шокирует. Сейчас, наверное, следующего бить не будем. Просто будем босса добивать. Отходим. Давай подальше отведем вот сюда. Сейчас эта петушара придет сюда. Отходим прям. Как звездопад, не башен. Дальше отводи в следующий кружок, дальше идем в сову и еще дальше, где дальше совы. Веди. Все перед лицом идем. Страх вот для того, чтобы в лужу не забежать, я поэтому говорю вести дальше. Возвращаемся все туда, в тот кружок идем. Все, дикий выйдет, стоим все просто в одной точке в сове. И он будет просто у нас стоять, он будет просто босса бить. Все, дикий стан, и таунтиш его на себя, и все. И просто бьем босса. И щиту рейд. Мана, есть у тебя все нормально? Он не шотит никого. Все, дрозвук, захиливаемся на пол. Вот, удар сбили. Ну, ударь меня, ударь, посмотрим, какой ты крутой. По-моему, это удар. Вот удар. Как-нибудь другой упадет. Тут щит кайфовый падает, просто сетос. Только дикого не бейте, босса бейте.
Бля, че я не могу поставить? А, сам. Вот страх, сбиваем каст, все, 200 тысяч. Да сука, какой бесконечный страх, вот прям бесит. Пушка тоже накаливает. Ухо у нее кайфовое, и кричит она кайфово. Так, кольчуга, лаз. Ноги, мастерство, уклонение. Так. Вообще, ну не говори. Так. Авентор, Тагариус, Пан. Кому из вас надо эти ноги? На танка спек. Пан и Авентор. Короче, Авентор. Закидываю. Дальше что там? Плечо. А, это тоже Энх, да? Бурмалюга. Сегодня Энха собрал. Так, Ходора идем. Сейчас трэш убьем в коридоре. На сугробы не наступать. Тут что-то при студии спалить, я читал, надо. Массово диспал. Да, да. Приморозка идет. Босс случайную цель выбирает и кастует в нее этот кольцо льда маговское. Вот этот каст сбоку, стойте, Авентор тут, иначе был фул каст ловить. Значит, босс выбирает цель одного игрока, кидает на него мову. И все, кто в 10 метрах от этого игрока, тоже получают мову. А, этого игрока превращает в глыбу. И эта глыба диспелится. А новая диспелится тоже. На фул поднимаемся, сейчас захилимся. Ебучий босс, моб. Блять, как его сделали таким уебищным? Прыгает, блядь, до потолка, пиздец просто. Ну а чё? Я слышал, если его отворачивать, он тогда не будет замораживать. Эй. Нет, он поворачивается. Если сбоку от него стоит фурик и сбивает каст зуботычный, то сбивается. А если фридомку на себя кидать палы будут, они будут примораживаться? На Торе? На Хадире-то? Этого забанили ментали, мелких сначала зальем. Забань вас, вот этого загробника. Не знаю. Будет ли... Там магический эффект, я даже не знаю, как он с фридомом будет действовать. Загробник откидывает, если чё. Поэтому спиной к сугробам не стоим. Аккуратно беги. Эй, пан. Аккуратно. Пипец, у тебя триньки офигенные. Чё у меня там за триньки? Которая мне нужна. Пипец, у меня на протопале только пуха танковская 239. Только говорит. Там, кстати, вот у них падает шмот на ДД, на РДД, там, да? А вот у нас падает только на Тагариус, и типа теряется шмот. Не заметил? Ну, так... Там уже ожерелье, короче, в одном из мобов. Ну, ожерелька, вот, ожерелька. Я караулю. Идите, знаешь, кому хильте, надо? Караульщики, там сейчас сдохнут все. Кажется, мои услуги платные. Так, где там? А он там сверху стоит, Войд. Кто стоит? Босс стоит. Так, а что ты у меня не в пати? Надо сюда вот так, наверное, закинуть. Там сейчас еще один моб придет, забань его. Забань, забань. В изгнание его. Лишние проблемы. Быстрее, 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 баня. Он, видишь, каст уже дал.
Где там он? Сначала большого, потом этого. Вас забань после вихря. Где мое солнечное затмение? Как думаете, когда откроется эта гребаная РБК? Я буду там жить. Ну когда их десятку откроют, тогда и откроют РБК. Все, я уже разбаним. Просто начни каст еще раз. А он все спадет. Да вы это, я вот делики делаю на паладине. Тоже бань сразу загробника этого, чтобы он не откинул. А то, блядь, словим этих ермунгаров. Прям бань. Ну я тоже начну делать делики. Вернусь к этим деликам, потому что ну меня просто не хватает после 18 квестов на острове. Уже просто ничего не хочется делать. Да это понятно. Не, на делик ювелирный он простой. Ко мне берешь на аукционе и это самое. Что там, бивень выбить, блять, броню, что там еще? Сплети выбить, херню, артефакт, или. Вот, откинуло, смотрите, на сугробы не встаньте. Ибо этого сейчас загробника быстренько. Блять, мне кажется, моя сова зигу кидает, блять. Двумя лапами сразу. Две зиги, двойная зига. Фашистская сова какая-то. Нет, в агент тварина. Нельзя так делать. Чуть лужи. Так, рыба надо кому-то? Звездочку на себя поставил специально, чтобы это... Понимали, как вставать надо. Я думаю, тут все понимают. Проверка. С пула надо залить вот эти 4 метки. И каждый раз после большого каста босса их надо опять освобождать. Они дают бафы нам. Так. Все готовы. Значит, даю отчет. По отчету начинаем метки бить. Поехали, метки бьем. И постоянно либо двигаться, либо прыгать. Так и трескучего мороза не копить. Не копить ни в коем случае. Вспышку последнюю разбить. Пока вешаете дотку, бежим. Вот. Электричество на ком появится. Словить ком, баф. Да не беги, беги ты, нам. Сука, не беги. Блять, что нам ты делаешь? Так он... я убегаю. Сука. Откуда убегаешь? Ты нам должен ДПС сзади. Иди в рейд, беги. Пиздец. Тучка, 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 и вовсе не ДЦ, да? Накрыл... Ты всем раздай этот баф, понимаешь? Вот грозовая туча, здесь. Грозовая туча. Он там просто не знает. Это, грозовая туча, словить должны все. Это хас, этот, как его, крип. 135% или 15%. Точно не знаю, ну да какая. Тут разница? Череп на мне инстинкте сразу с рейда побежал, потом взорвутся все. В луче света вы получаете хасту. Вот, вышли с больших кругов, как показывает сова, вышли. Упал большой ком, зашли. После этого сейчас прохил. Прохил. Фулл ДПС по меткам. Сначала метки, потом босс. Сразу в лучи встаем. Расклапывает. Если стоять в костре, то тискучий мороз не стакается. Выпрыгиваем с сосулек, не стоим. Последнюю метку разбили, вот она, блядь, в краю стоит. Вот крит словили. И ищем лучи света свободные. Здравствуйте. Привет. Ну, это. Луч света. Привет, это диспел. Диспел быстрее размораживай людей. Только сосулька в голову прилетит. Разморозка. Интересно, стакается хоста, нет? Походу стакается. Нет, не стакается. Мне не стакается. Я в двух лучах стою, кастую, как пиздец. Вышли с большой хуйни.
вышли с большой хуйни. Забежали на большую хуйню. И бьем босса. Так, что там ХМ? Быстро убийство 50 секунд. Нет, ХМ рано еще. Надо в 2 хила делать, надо, чтобы мини-купер бил, допустим, 1006 давал. А вентер, видишь, 3600. Так что ХМ этим рейдом не сделать. Вот если бы вместо вентера был 7к ДПС какой-то. Я. Давай, давай я зайду, ДД, тут вообще хилить не надо, если заметил. Нет, давай просто убьем босса, а зайдем в ДД когда-нибудь, когда целка выйдет. Ну ты чё, будем ложиться что ли из-за того, что мы хэгги делаем? Сделаем, когда будет гир на это. Что ты? Очень, 50-ку пришли что ли? Да. Ага. 25-ку нет людей. Даже на волосы остались, туда заходить. Ну, да, тут фул как бы. А 25-ку нас вообще принесли. 25-ка один босс у нас убит. Блять, эта неделя проебали на 25. ДПС даем в метке сначала. Метки разбираем, они бафы нам дают. Вроде и ХП у него немножко. Что там сложный режим уже не сделали, да? Прохиливайте сейчас. Дай гимн на ХП. Видишь, просаживается рейд. Вот он сундук с дополнительной добычей убил. Плакал мой посох. Запасов 2-3 ди. Ну тут хм вообще тамчик топчик. По этот самый авентер ГЦ, блять, вот сука, вот дважды ГЦ. В смысле дважды ГЦ, блять, ребята, вот я реально сколько у льда вышло, я не видел покорителя ни разу. Конечно, авентер это конечно все заебись, блять. Так, у Роланды есть штаны. Что в прошлый раз? В прошлый раз 25-ки на мне выпал. Ни одного не видел покорителя. Ни одного вообще. У тебя есть покоритель? 8 из 10. 0 из 150 покорителей. Так, лезвие шторма. Топовая пуха. Берсу там доставайте. Так, у Роланды есть, у Бармалюги есть. Ханта нету, значит Авентеру. Искра или Фрея? Фрея или Искра? Фрея. Конечно. У него нету, у Бармалюги нету. А, на кого мы? Ну тогда этот, Элим твой, подожди, пускай Вар начнет лутать хотя бы 2 куска. Ты ж хилишь пока что. Да мы десятки ходим по КД, ну будем ходить, ну в смысле должны ходить. Короче, Фрея... Траву собирает. Фрея это, чтобы мобов не бить, этот самый. Траву кто успел, тут собрал. Как он называется? Оранжерея жизни. Этот. Фрея, короче, простая в хейме, но мы ее тоже не будем делать. Хотя могли бы. Я даже не знаю, траить, не траить. Зрея жизни. Просто что застрянем. Так. Короче, смотри, этот вас плеточник, который большой цветок. Его банишь. Мелких от него отводим. Давай. Бань. И мелких и отходим. Здесь мобов ждем. Отбегайте сюда. Резервы. Так, что там быстрее падает? Там какая-то топовая фигня падает. Может быть там падает, сейчас посмотрю. Шея, по крайней мере, какая-то хорошая там.
с дыркой, с меткостью, с РП, ну прям я не знаю, всех. Этот кольчуга. Палец поставим P5 с дыркой. Это мне. Меч одноручный, с мастерством, с меткостью, странный какой-то, с дыркой зато. Жезл с меткостью, ШП, лок с дыркой, блять. Жезл с дыркой, прикинь. Пустоты, конечно, пиздец. А вот. Что за, кстати, вот эти вот штучки? Что такое? Что это, чтобы алгалона открыть? Смотрите, этот самый, вот здесь дракон есть. Его зергаем в первую очередь. Потом зергаем кружок. А мангровому энту, ромбику, авент разбиваешь каст. Звездочку зергаем. Диспелим яд, прохиливаем, щитуем. Потому что что-то повело. Так. Видишь, хранитель жизни как кастует охуенно, да? Мне понравилось тоже. Блять, ну бежим тогда. Это все-таки не босс. Портуемся сразу. Настя, не надо хилить, умрите и все. Ну что тут? Хоть одного мамана бить. А вот это им ставили ощущение? Сейчас давай Роланду свичнем сюда. Так вот. Там тотем, блять, видишь, пол хп уже, как я отвешивается, отнимает. Ну а я о чем? Я не могу диспелить и. Смотри, мини-купер, это. Сделай упор на то, что трэш здесь не на расслабоне, что щитуешь тоже на трэш. Потому что вот щитки сейчас бы пригодились. Нет, там да, сразу поглотило и хд было. И молитвы восстановления кидай. Вот, сбить стан. Ну сколько? Три паладина, давайте стан. Где там? Уже тут все. И этот. Перебанивай цветочек, когда будет. Будем пачку цветов бить. Сначала мелких надо залить вдали от большого, иначе они бафаются. Давайте дерево сейчас сольем. Только подождите, сначала рыбу поедим. Подождите. Это. Все бахнемся. Все косты. Ну там есть покровительство за хил и спокойствие, еще что-то и кастуют. Грозу он, по-моему, кастует. Как любой дроид. Приготовьтесь зергануть этого моба. Давай Тагариус по готовности. Так, что там у Авентера с пухами? Ну-ка. Ну вот вместо вот этой 13-й, похуй на мастерство, прям оденешь эту с РП больше. Надо, у меня кап вместо меткости пропадет. То есть мастерство. Похуй, вообще похуй. Это потом уже что-нибудь подумаем. Ну та пуха лучше будет. Ну сейчас, в принципе, так иди. Потом оденешь. ДПСа больше будет. Ну я могу полететь, просто камни купиться, перескать. Да не, сейчас пока. Так, стоп каст. Это автоатаку, стопнули ДПС, автоатакой аккуратненько бьем. Стаки сбиваем потихоньку. Аккуратненько, сильно не бейте, там дамага много возвращается. В принципе, ждать придется, блять. Что там, они диспелятся вообще, нет? Смотри, диспелились. Спуржились, да? Стаки. Стоп каст.
Закрой стоп-каст. Этот сбивается. Стоп-каст. Вот, это, вот этот каст типа на боссе добавляется, если этого оставить. С того дальнего, на которого сейчас пойдем, там корни добавляются. На корнях просто фридом дается. Это просто дополнительная эта работа. Клеточнику этот быстрее изгнание. А то жопа будет, он их бафает. И раз сам растет, видишь, быстрее изгнание, где там лог? И отводи от клеточника. Отводи. Или туда, или куда-нибудь уходим. Уебываем отсюда. И изгнание обнови потом. Сейчас я помогу вам. Готовься обновить там 10 секунд. Блять, ну я не могу откинуть. Сейчас давай с того ничего. Ну хоть убрали вот эту херню, что это, что он бессмертный. Тут это спало, но я тут потанчу. Настя там танчить хочет. О, цветочек. Что-то собрать с него можно, да? Роза Таландра, одна штука. Тут еще где-то травка росла. Угу. Я видела. Смотрите, сейчас опасный трэш. Вот там дракон вот такой летает, да? Вот звездочку поставил. Его надо в первую очередь зергануть. Он вот этот яд боссами вешает. Потом кентавра. А че у меня КД способности 13 дней? Ну, значит, что-то не обновилось. Значит, Сириус говно. Так, зергаем быстренько его. Вот он, кстати, перед лицом именно кастрюк этот хранитель жизни. Хранителя. Блять, как он хилит, пиздец. Мангровый энд вот этот. Давай я в него поставлю звезду, давай его заебашим. Клинок вроде похер. А, еще скорость каста замедляет, это гроза, в него лучше, конечно, не стоять. Где там базука отошел куда-то?